на длительное время дальнейшие поиски автора загадочного письма пришлось отложить. И все-таки через полгода мне повезло. Мне довелось читать большую подборку писем и, и, пущено к разным лицам. Под письмами пущена всюду стояла помета. Туринск. Большая их часть имеет характерную для и, и, пущено подписи, п. Мелькнула догадка. А может быть, пущен писал прописную букву и, как н, а не он ли автор загадочного письма? Через два дня в Цгали снова перечитываю обнаруженное загадочное письмо. Сравниваю подписи. Рисунок подписи пущено в автографах рукописного отдела Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина у меня под рукой. Подписи совпали до мельчайших деталей. Сравниваю почерк письма из фонда Л. Ф. Пантелеева с почерками трех писем пущено, хранящихся в Цгали. Почерки идентичны. Автографы. И. И. Пущина вышел из небытия. До сих пор в Цгали хранилось только три автографа и, и Пущина. А теперь рукописное наследие Цгали обогатится еще одним. Дату этого автографа определить нетрудно, 1843 год, так как в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. и Ленина сохранилось большое количество писем и, и Пущина за 1843 год. Отправленных из Туринска, вчитываюсь еще раз в каллиграфически отточенные строки письма, переписываю в общую тетрадь его текст и невольно думаю о стойкости и удивительной силе духа декабриста. Пущен один из самых близких лицейских друзей Пушкина. Ему поэт посвятил несколько задушевных стихотворных посланий. И снова думаю о долголетней дружбе Пущина с Пушкиным, они познакомились в 1811 г. С именем Пущина связаны такие поэтические шедевры поэта, как «К Пущину», «Воспоминания», «К Пущину», «Помнишь ли», «Мой брат по чаше», «Надпись на стене больницы», в альбом Пущину. В ряде других стихотворений Пушкина содержатся строфы, посвященное ему. К Пущину и его друзьям по несчастью обращены знаменитое пушкинское послание во глубине сибирских руд. И стихотворение 19 октября 1827 «Бог помочь вам, друзья мои, и, и, Пущину, мой первый друг, мой друг бесценный». Обращаясь к другу, Пушкин сказал «Мой первый друг, мой друг бесценный, и я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил, молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да зарит он заточение лучом лицейских ясных дней. Отрадно отозвался во мне голос Пушкина, преисполненный глубокой, живительной благодарности, я не мог обнять его, как он меня обнимал, когда я первый посетил его в изгнании, вспоминал позднее Пущин. В другом послании были такие задушевные слова, Бог помочь вам, друзья мои, и в бурях, и в житейском горе, в краю чужом, в пустынном море, и в мрачных пропастях земли. Об этом послании Пущин позднее писал. И в эту годовщину в кругу товарищей друзей Пушкин вспомнил меня и Вильгельма, заживо погребенных, которых они не досчитывали на лицейской сходке. Пущин бережно хранил подлинники и списки вольнолюбивых произведений Пушкина, Рылеева, Кюхельбекера и других поэтов. Свои заветные сокровища – как называл Пущин собранные им реликвии, он не сжег после 14 декабря 1825 года, как это сделали в ожидании ареста многие участники восстания. Пущин сложил все рукописи и документы в портфеле надежно его спрятал. Рукописи его друзей вернулись к нему в 1857 году, после амнистии. И, и, Пущин принадлежит к числу участников движения, которые, подобно П. Г. Каховскому, в. Ф. Раевскому, М. С. Лунину и Д. Якушкину проявили себя во время допроса особенно стойко. За активное участие в мятеже Пущин был включен в группу государственных преступников первого разряда и осужден на смертную казнь от сечением головы. Вскоре смертная казнь была заменена ссылкой на вечные каторжные работы. Позднее срок каторжных работ определили в 20 лет с последующим поселением в Сибири. Каторжные работы. Суровый климат преждевременно надломили здоровье декабриста. После долгих мытарств и ходатайств лишь осенью 1840 года Пущен выехал из Туринска для лечения в Тобольск, Вскоре он возвратился в Туринск. Родные и друзья хлопотали о разрешении Пущину переменить место поселения. В 1842 году Пущин снова получил возможность ненадолго съездить в Тобольск. К осени 1843 года его переводит из Туринска в Ялуторовск. Только в 1856 году Пущину было дозволено возвратиться из Сибири. Перечитывая найденное письмо, вспоминаю наиболее яркие события из жизни Пущина, обстоятельно освещенные в литературе о декабристах. Накануне восстания он вместе с Рылеевым был у Бестужева. Говорил с ним о принятых на совещании членов тайного общества решениях. Пущин сообщил, что Трубецкой будет управлять на площади, и добавил, как бы ни были малые силы, с которыми выйдут на площадь, надо, идти с ними немедленно во дворец. Поиск ранее неизвестного автографа Пущина завершен. Но впереди новое разыскание. Еще не установлена фамилия и адресата Пущина. Это был близкий Пущину человек, с которым он мог доверительно беседовать о государственном и общественном быте России, о развитии гражданственности в стране, о реакционной политике Николая и истощающей силы государства, о враждебности этой политики насущным интересам и потребностям народа. Кто же такой Аким Степанович? А быть может, у адресата и, и Пущина хранились и другие письма откровения Декабриста, не затерялись ли эти письма в Ялутаровском, Ишимском, Иркутском, Томском, Четинском и других сибирских архивах в папках неустановленных лиц? И еще один немаловажный вопрос. Когда, каким образом, при каких обстоятельствах очень редкое письмо и Пущина попало в личный архив Л, ф Пантелеева. По всей вероятности, когда сам Пантелеев был в сибирской ссылке. Уникальная страница В. Г. Белинского. Судьба подлинников многих рукописей и писем В. Г. Белинского глубоко волнует. До сих пор неизвестны, например, рукописи ряда его статей 30 х годов 19 в. Мы совершенно не располагаем многими его письмами к друзьям из кружка Станкевича и в годы его работы в журнале «Телескоп» и газете «Молва», приложение к телескопу. Эти письма были уничтожены осенью 1836 года во время привлечения В. Г. Белинского к дознанию об обстоятельствах появления в журнале Н. И. Надежде на телескоп первого философического письма П. Я. Чадаева. Известно, что в это же время друзья критика уничтожили в его московской квартире почти весь его личный архив. Вызов же Белинского 20 февраля 1848 года в три отделения департамента полиции прозвучал и для него самого, и для его друзей еще более грозным предостережением. Этот вызов и послужил причиной гибели важной части переписки Белинского. Все то, что могло уцелить после этих двух пересмотров бумаг и писем великого критика, его корреспондентам пришлось спешно уничтожить в 1849 году, так как на процессе М. Буташевича Петрашевского неожиданно стало фигурировать в качестве основного документа обвинения Зальцбрунское за письмо Белинского к Гоголю. За распространение этого письма выносились смертные приговоры, а за знакомство с его текстом угрожали каторжными работами. И все-таки отдельные ранние рукописи критика уцелели. Нами в фонде Бакуниных, ЦГАР, найден полный текст статьи В. Г. Белинского ⁇ Опыт системы нравственной философии ⁇ сочинение магистра А. Д. ⁇ Частью рукописная копия, осуществленная Т. А. Бакуниной А. П. Ефремовым 172 в октябре 1836 Г. Т. А. Бакунина писала своим младшим братьям в Тверь. Всю эту неделю я была занята переписыванием статьи Г. Белинского, которая меня восхитила. Он прочел ее нам несколько дней тому назад. То, что я чувствовала слушая ее, невыразимо. Я ее вам прочту, когда вы приедете сюда, и вы разделите наше восхищение, дорогие друзья, Корнилов А. А. Семейство Бакуниных. М. 1915. Т. 1. С. 245. По словам Т. А. Бакуниной, в этой статье так превосходно определен человек, каким он должен быть во всем своем достоинстве. Ах, дорогие друзья, поднимемся же до этого идеала человека, великого и добродетельного. Там же, С. 245 и частью страницы, написанные рукою критика. В сентябре 1836 года из Примухина, имени Бакуниных, Белинский послал статью Н. и -E Надеждину. Надеждин вычеркнул в ней много страниц и отрывков, которые ему показались слишком смелыми и неудобными для журнала. Найденная рукопись 173, ее полный текст опубликован мною в журнале «Русская литература» «1969-3», а также в первом томе собрания о сочинении В. Г. Белинского «М. 1976». Помогла установить весьма большие купюры, сделанные редактором «Телескопа». Под статьей о книге Дроздова Белинский поставил дату 14 сентября 1836 года. В Москву статья, вероятно, попала к концу сентября. Надеждин статью Белинского решил напечатать в последней книжке телескопа за 1836 год. Он продиктовал Кетчеру письмо Белинскому. Это письмо до нас не дошло. В письме были слова, заставившие Белинского заподозрить редактора телескопа в недоброжелательном, предвзятом отношении к себе. Весьма недовольный большим сокращением статьи, критик написал Надеждину сердитые слова о том, что он не желает публиковать статью о Дроздове. В ответном письме 174, СМ, письмо Надежде Белинскому «Русская мысль», 1911, 6, С, 4142, Н, и, Надеждин сообщал о тяжелом положении телескопа в связи с публикацией философического письма Чадаева. Он объяснял также, как обстоит дело с крамольной статьей Белинского. «Статья ваша», — писал он, помещена мною в старом телескопе по многим причинам, совершенно материальным. Во-первых, потому, что слишком велика, в ней больше семи листов, а новый телескоп, вы знаете, не простирается дальше 11 листов или много 12, как же было поместить ее. Во-вторых, дело идет о книге прошлого года. В-третьих, оригинала не хватило, ни в типографии, ни у вас ничего не оказалось, а отделаться пора, ведь уж октябрь, надо объявлять подписку. Что же касается до выпусков, то они касаются совсем не наблюдателя и не выходок против светских журналов. Это все осталось, но я выпустил больше половины собственных ваших мнений, которые напечатать нет никакой возможности. Вы, почтеннейший, удаляясь в царство идей, совсем забыли об условиях действительности. При том же и время теперь самое благоприятное. Может быть, и в самом деле вы застанете меня, как Мария, на развалинах телескопа. А вы еще сердитесь, горячитесь, по одежке, сударь, протягивайте ножку. Что касается вашей статьи, она уже вся набрана и частично отпечатана. Остановить ее было бы всегда неудобно и потому я беру смелость не послушаться вас. Она выйдет. И действительно, эта статья появилась в печати, но это была лишь очень незначительная часть рукописи Белинского. Известный исследователя, а... Корнилов писал о том, что Страхен, Надежде на перед духовной цензурой побудил его сократить на 2-3 это вдохновенное произведение Белинского, лишив нас, по-видимому, навсегда возможности восстановить полный его текст. В напечатанном виде лишь несколько последних страниц этой статьи дают представление о том, каково было все ее содержание 175, Корнилов А, А, семейство Бакуниных, М, 1915, Т, 1, с. 241. И далее исследователь с грустью констатировал, урезание этой статьи Белинского, факт тем более печальный, что статья эта, если бы она сохранилась полностью, была бы единственным образчиком произведения Белинского, всецело отразившим на себе настроение его за время того краткого фехтианского периода его развития, который начался осенью 1836 г. и продолжался едва год с небольшим 176, там же С244 С чувством сожаления об утрате полного текста статьи Белинского говорили и поздние многие исследователи его творчества. Так, например, в. С. Нечаева в своей книге В. Г. Белинский пишет: какие рассуждения Белинского изъял Надежден из его статьи оставив выпады против наблюдателя и разбор книги Дроздова. Вероятно, этот вопрос никогда уже не получит достоверного ответа. А далее она высказала весьма интересное предположение. Но можно ответить на него с известной долей вероятности, проанализировав ту часть собственных мнений Белинского, которая осталась в письме. Белинский сам связывал эту статью с идеями Фихте, сообщенными ему Бакуниным. Если сопоставить статью Белинского с опубликованными в телескопе лекциями о назначении ученых Фихте в переводе Бакунина, то в них можно обнаружить сходство некоторых мыслей. Это прежде всего мысль о нравственном совершенствовании человека и человеческого общества. Белинскому еще до знакомства с идеями Фихты была чрезвычайно близка и дорога мысль о постоянном совершенствовании человека путем развития его сознания и через просвещение. В статье о Дроздове он развил эту мысль. Сознание, писал он, есть стихия духовной жизни человека. Только тот чувствует человечески, а не животное кто понимает свое чувство и сознает его. У такого человека прекрасный организм есть средство, а не причина его совершенства, потому что причина совершенства должна заключаться в сознании и воле. И потому-то справедливо, что истинно добр только тот, кто разумен. Следовательно, только те поступки, которые происходят под влиянием сознающего разума, могут назваться добрыми, а не те, которые проистекают из животного инстинкта 177. Нечаева В. С. В. Г. Белинский М 1954 С-241. Теперь же известен полный текст знаменитой Примухинской рукописи Критика, позволяющий сделать ряд интересных выводов о философских воззрениях Белинского периода телескопского ратования. В статье Белинского немало идеалистических выводов противоречивых суждений. В частности, критик высказывает глубоко ошибочную мысль о том, что в обществе сознание его членов определяет их связь и взаимоотношения. Он говорит, взаимные отношения людей уславливаются разностью степени и разносторонностью сознания, посредством которых люди взаимодействуют друг на друга. Каждый человек развивает собою одну сторону сознания и развивает ее до известной степени, а возможно конечное и возможно всеобщее сознание должно произойти не иначе, как вследствие этих разносторонних и разнообразных сознаний, несообразное идеалистическое представление Белинского о характере общественной связи между людьми, цели их деятельности и вечности их движения к совершенству, эта мысль содержится в следующих суждениях критика. Одному человеку невозможно достигнуть полного и совершенного развития своего сознания которое возможно только для целого человечества и которое будет результатом соединенных трудов, вековой жизни и исторического развития человеческого духа. Следовательно, всякий индивид есть, часть этого великого целого, есть его сотрудник и споспешествователь к достижению его цели, потому что, развивая свое собственное сознание, он необходимо отдает, завещевает его в общую сокровищницу человеческого духа. И все же, несмотря на отдельные идеалистические тенденции, Белинский выразил в статье немало глубоко прогрессивных мыслей, и потому приходится очень сожалеть о том, что они не были обнародованы. Таково провозглашение значения взаимодействия между людьми для развития человека и глубокая вера в бесконечное совершенствование человеческого рода, которое достигается усилиями людей, всех сменяющихся поколений. Многие весьма интересные суждения Белинского, в том числе о вечности Вселенной, о постоянном диалектическом развитии, движении и изменении в природе и обществе, о братстве и единении людей на Земле, об обществе, где не будет ни бедных, ни богатых, так и не увидели света. В своей статье критик ставит глубокие политические проблемы, говорит о пользе науки и о благотворной роли философии в жизни общества, о необходимости равного развития людей и всемирного сближения их, которое нужно для достижения общей цели человечества, о необходимости всеобщего и равного просвещения, о гуманизме, о работе на пользу общества, о бескорыстном служении людям. Он насуждает тех кто задерживает совершенствование человечества. Кстати, эти прогрессивные мысли содержались и в статье Фихте, переведенной Бакуниным и хорошо знакомой Белинскому во время его работы над рецензией о книге А. Дроздова, но по сравнению со статьей Фихты ряд социальных проблем Белинским вскрывались значительно острее и были далеки от схоластических и отвлеченных философских схем и наслоений. Он порицает непрочность эмпирического способа исследования истины. При этом Белинский заявляет очень понятно заклятая ненависть эмпириков к умозрению. Эмпирик непременно должен быть или ограниченный, или недобросовестный человек, потому что ограниченность, соединенная с претензиями, всегда предполагает не только недобросовестность, но даже низость души. За примерами ходить недалеко. Разве нам не случается видеть людей, которые отрицают существование, необходимость и пользу логики как науки потому только, что их деревянная голова не в состоянии понять этой науки, людей, которые отрицают живую и необходимую связь философии со всеми отдельными науками потому только, что их узкий лоб не в силах разгадать значение философии, знания самого для себя существующего, и все в ней себя сущие или не имеющие с собою связи, признающего за мыльные пузыри. Наконец, людей, которые только через исторический способ почитают возможным и прочным исследование истины, потому что их чугунный череп может только повторять звук, производимый по нему ударами фактов, а не пропускает сквозь себя впечатление внешней действительности и не перерабатывает их деятельностью мозга, словом, потому что у них есть приемлемость, но нет самодеятельности. Что же такое люди, которые отрицают истину потому только, что их голова, вместо мозга, набита сенною трухою, и они поэтому сознают себя неспособными возвыситься до нее, которые отрицают добро потому только, что сознают себя негодяями, и отрицанием добра хотят оправдаться в собственных глазах своих, которые отрицают красоту потому только, что в их груди бьется не живое органическое сердце, а завялая дряблая морковь. Что такое эти люди, предоставляем решить этот вопрос самим читателям нашим. А от себя скажем только, что, по нашему мнению, кто не умен, тот туп, кто не благодарен, тот подл, что мы не признаем отрицательных достоинств, отрицательных добродетелей и что золотая середина хуже всего. Статью о книге Дроздова многие ученые считают наиболее полным выражением фехтианских взглядов критика. Но такой вывод не подтверждается в полном тексте статьи. Многие социальные, философские и эстетические проблемы Белинский, несомненно испытавший кратковременное влияние фехтианских идей, ставит значительно глубже, острее и злободневнее. Он проявляет глубокий интерес к проблемам познания. Вся статья Белинского полемична и направлена против сильных мира сего, рутинеров, ревнителей реакции и противников просвещения. Статья о Дроздове пронизана духом гуманизма, свободолюбия, верой в светлое будущее. Сам критик в письме к Бакунину подчеркнул то поверхностное значение, которое имели идеи фихты для этой статьи. «Ты сообщил мне фихтианский взгляд на жизнь, я уцепился за него с энергией, с фанатизмом. Но то ли это было для меня, что для тебя? Для тебя это был переход от Канта, переход естественный, логический. А я, мне захотелось написать статейку, рецензию над и для этого запастись идеями. Я хотел, чтобы статья была хороша, и вот вся тут история 178. Белинский В. Г. Полн. Собр. Соч. В 13 Т. М. 1956. Т. 11. С. 271-272. Как известно, Белинский во многих своих статьях уделял большое внимание проблемам социального неравенства. Он требовал, чтобы и низшие классы приобщались к знанию. В статье о книге Дроздова делается вывод о том, что люди, стоящие на разных степенях сознания, весьма отдалены друг от друга и потому в силу этого существенного умственного различия враждебны друг к другу. Белинский пишет, человек естественно любит только тех людей, которые стоят с ним на более или менее равной степени сознания, и что он не только совершенно равнодушен и холоден к людям, которые стоят на несравненно низшей степени развития или вовсе не обнаруживают никакого стремления к развитию, но даже чувствует к ним отвращение, род ненависти, так что ему не сносен их вид, тяжела их беседа, словом, мучительно всякое соприкосновение с ними. Взаимные отношения людей уславливаются разностью степени и разностью сознания, посредством которых люди взаимно действуют друг на друга. Первоначальной причиной соединения людей был инстинкт материальных нужд – а самое соединение их с союзом против внешней природы, угнетавшей людей в их диком состоянии. Из сознания этих материальных нужд родился инстинкт потребностей нравственных. Из сознания потребностей нравственных развилось чувство симпатии, осознанная симпатия есть любовь. И вот происхождение жизни семейной, общественной, наконец, общечеловеческой, требуя от людей постоянного и всестороннего совершенствования белинский говорил и о совершенствовании всего человечества он резко порицал тех, кто останавливался в своем стремлении к совершенствованию. человек должен стремиться к своему совершенству и поставлять свое блаженство только в том, что сообразно с его чувством, разумом, что он сознает своим долгом. вот основной закон нравственности причина этого закона заключается в нем самом, то есть в том, что человек есть человек, орган сознания природы и еще в том, что человек есть член великого семейства, которое называется человечеством. И далее критик высказывается более определенно. Нет, уничтожьте необходимость совершенствования целого человечества, и вы лишите человеческое бытие и смысла и значения. Уничтожьте веру в эту необходимость, и вы лишите человека всей его нравственной жизни, унизите его в собственном сознании. Нет, она будет, она наступит, пора этого преображения мира, когда, по глаголу апостола Петра, будет новая земля, новое небо, в них же обитает правда, когда, по глаголу Павла, и сама тварь освободится из рабства тления в свободу славы сынов Божиих. Мысль о совершенствовании человечества особенно близка молодому Белинскому. Так, в рассуждении о воспитании он писал, человек, чтобы достигнуть возможного совершенства, должен просветить душу науками. Впрочем, Человеку для достижения возможного совершенства всего еще мало. Он должен знать свои отношения к ближним, различные обязанности в рассуждении он их. Как справедливо замечает В. С. Нечаева, Белинский следовал в этом отношении за Радищевым, у которого крестецкий дворянин, получая сыновей, сначала внушал им правила единожития, или то касаться может до нас самих, а потом правила общежития. Автор статьи о книги Дроздова искренне верит в торжество человеческого разума, в поступательное развитие его сознания. Он признает разум единственной подлинной основой познания, нравственности, этических идей, нравственных поступков человека. Сознание бесконечно как Вселенная, но оно возможно только под формою пространства и времени, следовательно, конечного сознания, как свободного от всякой формы и исключающего все, кроме себя нет и быть не может, а есть прогрессивное и бесконечное приближение к нему, без достижения его. Из этого закона, который есть закон необходимости, выходит, тоже необходимо, закон нашего бессмертия, нашего индивидуального существования за гробом, под новою формою, но с сознанием прошлого сознания, без которого нет индивидуальности. Человек создан для сознания, следовательно, и его жизнь должна состоять в беспрерывном развитии этого сознания, а так как сознание бесконечно, то и жизнь человека должна быть беспрерывным и никогда не оканчивающимся переходом из низшего сознания в высшее. По убеждению критика, развитие сознания есть беспрерывный ход вперед. Жизнь бесконечна, а смерть есть только перемена низшей формы на высшую. Иначе, какое бы значение имели все эти мириады миров, это пространство без границ, эта материя без конца, и неужели в этой бесконечной вселенной, в этой бездонной пучине создания, наша Земля есть центр, а все прочие миры ее аксессуары, ее принадлежность, Белинский верит в светлое будущее, в жизненность человечества и исторический прогресс, для него история человечества не бессмысленная сказка, без начала, без конца, а непрерывное развитие и совершенствование человечества постоянное стремление к жизненному идеалу. С глубокой убежденностью он заявляет, нет, она будет, она наступит, пора, преображение мира, когда не будет ни бедного, ни богатого, ни раба, ни господина, ни верного, ни неверного, когда все люди признают друг в друге своих братьев во Христе. Здесь под внешне завуалированной религиозно-мистической оболочкой высказана глубокая прогрессивная мысль. Человечество в будущем обретет подлинную социальную гармонию, завоюет себе справедливый общественный строй. Весьма примечательные следующие слова. Но когда же наступит это время? Спрашивают с насмешкой сильные мира сего. Несмысленные, разве не видите? Разве не замечаете, что уже наступает оно, наступает Царствие Божие. Но, говорят сильные мира сего, пусть осуществится на земле эта идеальная, мечтательная утопия. Но зачем же не насладятся ею все те, которые своим участием в общей человеческой жизни, своими подвигами на поприще самосовершенствования, приготовили ее? Зачем они были только ступенью к блаженству других, а себе взяли на долю одно страдание? Да и самые те, которые дождутся этой эпохи всеобщего сознания, Разве они будут вечно блаженные? Разве сознание сделает их бессмертными? Мечта, мечта, больше ничего. Несмысленные, а если это мечта, то что же составляет вашу действительность? Неужели ваши нищенские наслаждения благами внешней жизни? Как же ограничены ваши желания, как же тесен горизонт вашей духовной сферы? Из чего же вы живете, из чего страдаете? Жалкие слепцы. Тот уже получил, кто желал, тот уже достиг, кто стремился, тот уже насладился высшим блаженством, кто сознал его возможность. Белинский говорит о необходимости равного развития людей, о всемирном их сближении во имя достижения общей цели человечества, во имя жизненного идеала, во имя общей жизни мироздания. Он стремится не только возвеличить человека, но и показать его таким, каким он должен быть во всем своем достоинстве. Он славит сильного духом человека, который твердо и мужественно решает сбросить с себя постыдные путы, мелочных отношений жизни, препятствующих ему идти свободно и победоносно к великой цели его бытия. Критик резко порицает всех реакционеров и рутинеров, ревнителей мрака и ненависти, присмыкающихся в грязи, задерживающих совершенствование человечества и достижение жизненного идеала. Обращаясь к консерваторам, детям мрака и ненависти, он пишет, у вас нет веры в жизненность человечества и исторический прогресс ее, потому что у вас нет веры в свое собственное человеческое достоинство, нет веры в свое чувство и свой разум, или, лучше сказать, у вас нет чувства, нет разума. Для вас нет наслаждения прекрасным. Для вас одно наслаждение, пачкать все прекрасное в той грязи, в которой вы присмыкаетесь. Так присмыкайтесь же в грязи, дети мрака и ненависти. Нет, не мечта, не призрак она, это жизнь, чудесная и таинственная, и не сказка она, недосказанная и бессистемная, но драма, полное движение и силы, эпопея, величественная и стройная, эпопея индийская, разрешающаяся на тысячи эпизодов, из которых каждый есть особенная поэма и которые все связаны единством начала и образуют собою одну великую поэму, чем дальше идущую, тем шире и могущественнее развивающуюся, тем чудеснее и заманчивее блистающую таинственным и не мерцающим светом своего содержания, один раз начинающиеся и никогда, никогда не оканчивающиеся. В статье мы находим также интересное суждение об искусстве, о его роли в жизни человека. Критик, в частности, отвергает умозрительное, чистое искусство, порицает поэзию, связанную с ползучим эмпиризмом. По его глубокому убеждению, подлинное произведение искусства, возвышая душу человека, делает его благороднее. Подлинная поэзия не должна быть предметом сибаритской забавы, невинным препровождением времени, вроде карточной игры или танцев. Он порицает оторванное от жизни эмпирическое искусство и отстаивает поэзию жизненной правды. Но нет и тогда, пишет критик, когда опровергнут мои основные понятия о поэзии, я не соглашусь с моими противниками. Только тогда для меня уже не будет поэзии, поэзия превратится в ремесло, в забаву, в невинное препровождение времени, вроде карточной игры или танцев. В противном же случае, пусть какой-нибудь рутинер вырывает мою мысль, лукаво умалчивая о предыдущем, из которого она выведена, и последующем, которым она оправдывается. Пускай какой-нибудь журнальный работник ругает меня своим же именем, попрекает своим же ремеслом. Какое мне до этого дело? Недобросовестное искажение чужой мысли обнаруживает бессилие нападающего, и его брань есть сознание этого бессилия. Изучение найденной рукописи дает основание сделать вывод о том, что из 40 с лишним чудом уцелевших страниц труда Белинского опубликовано лишь несколько страниц, да и то подвергшихся основательной правке редактора. Быть может, со временем удастся разрешить загадку, связанную с судьбой других его рукописей. Наша же находка самая первая крупная философская работа великого русского критика, автографа стихотворений Т. Г. Шевченко, я держу в руке пять листов небольшого формата. Стихи, записанные рукой Тараса Григорьевича Шевченко на украинском языке. Стихотворение, когда бы ты. Богдан наш пьяный. Набросано карандашом. Этот черновой автограф датируется 18 августа 1859 года. Уникальные автографы Т. Шевченко, неизвестные ранее исследователям, мне удалось обнаружить в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР. Они находились в коллекции Литературоведа, сотрудников Всесоюзного Пушкинского комитета П.А. Попова, умершего в 1943 году. Его архив поступил в Цгали 30 лет спустя. В нем-то и ждали своего часа рукописи стихов подражания Иезекиилю. Глава 19. Восплач, пророче, сыне Божий. Осии. Глава 14. Подражание, погибнешь, сгинешь, Украина. Фрагмент стихотворения считаю в ссылке дни и ночи. Первый его вариант поэт написал в 1850 году. В Оренбургской ссылке и прятал в голенище сапога. В 1858 году Шевченко его коренным образом переработал. Этот отрывок без начальных строк. Каламутними болотами, между бурьянами за годами три года шумно протекли. На листке всего 21 строчка. Это вторая часть второй. Более краткой редакции стихотворения. На трех страницах написано стихотворение Асии. Глава 14. Подражание. Оно датировано 25 декабря 1859 года. Это, по всей видимости, единственный автограф. Во второй папке три листа бумаги. На первом, поэтический текст с обеих сторон, начинающийся со слов «Восплач, пророче, сыне Божий». А в конце приписка «Декабря 6 и Иезекииль, глава 19. Подражание, созданное в Петербурге в 1859 году, исполнено ненависти к самодержавию, революционного оптимизма, веры в неотвратимую гибель самодержавных владык. Это рукопись, – ценнейшая находка для текстологов, ибо подлинный черновой автограф имеет много разночтений с беловым вариантом. Тарас Григорьевич Шевченко, рожденный в семье крепостного крестьянина, только в 24 года выкупленный на волю стараниями близких своих друзей К. Брюллова и В. Жуковского, он всей своей трудной, многострадальной великой судьбой был как бы предопределен стать выразителем думы чаяния всех угнетенных, но непокоренных борцов за дела народные. Все творчество этого гениального украинского поэта-революционера, художника и мыслителя было окрылено мятежной жаждой бури, страстным порывом к свободе. Первые литературные опыты Т. Г. Шевченко относятся к первым годам его занятий в Петербургской академии художеств, куда он был принят в год своего освобождения из крепостной неволи. И именно в этот период в общении с передовыми деятелями русской культуры формируется его мировоззрение, складываются общественно-политические и эстетические взгляды. Первооткрывателем вольнолюбивой музы Шевченко была русская прогрессивная критика. В 1840 году в журнале «Отечественные записки» появилась рецензия В. Белинского на первое издание Шевченковского Кобзаря. В этой статье с удивительной глубиной была проанализирована яркая образность стиля сильной поэтической души автора, отмечена органическая близость стихов Шевченко к задушевным народным песням, живой стихии народного языка. В мае 1843 года, после 14-летнего перерыва, приехал Тарас Григорьевич на родную свою Украину. Он путешествует по ней вплоть до февраля 1844 года. В это время встречается с родными, глубоко вникает в жизнь своего народа. В эти годы рождаются исполненные гнева и боли стихии поэмы «Сон», «Кавказ», «Еретик», Завещание. А в апреле 1847 года Шевченко по доносу провокатора арестовывают как члена тайного политического общества. Последовали каземат три отделения в Петербурге, а затем ссылка рядовым в Оренбургский корпус под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать. Об этом периоде своей жизни он с горечью в сердце вспоминает. «Если бы я был изверг, кровопийца, то и тогда для меня удачнее казни нельзя было бы придумать» как сослав меня в отдельный Оренбургский корпус солдатам. Но разве можно царским указом запретить писать поэту и рисовать художнику? И Шевченко, вопреки запрету, пишет свои гордые, вольнолюбивые строки, которые позже назовет невольничьей музой, пряча маленькие самодельные книжечки за голенищами солдатских сапог. И только в 1857 году, после смерти Николая и Благодаря длительным и настойчивым хлопотам друзей ссыльный поэт получает разрешение на жизнь в Петербурге. После возвращения из ссылки Т. Шевченко близко сошелся с редакцией «Современника», лично познакомился с Н. Чернышевским и Н. Добролюбовым, стал их другом и политическим единомышленником. Чернышевский ставил Шевченко в один ряд с Пушкиным и Мицкевичем, а Герцен любил Шевченко как подлинно народного поэта-демократа. Широко использовали его поэзию для пропаганды революционных идей среди русского народа Петрашевцы. В 1859 году Шевченко вновь арестовывают. Но несмотря на все гонения и преследования, Несмотря на подорванное здоровье, Муза поэта становится еще более гневной и разящей. Обращаясь к библейским и евангельским сюжетам, Т. Шевченко использует их для выражения революционно-демократических идей. И вот эти бесценные автографы сейчас передо мной. Почти все стихотворения написаны незадолго до смерти. Поэт был тяжело болен. Но какой непримиримостью дышат эти неровные строчки. С каким гневом он обличает лукавых чат, царских холопов. Как известно, автографы многих произведений Шевченко не сохранились. Мы не располагаем рукописями стихотворений «Широкий дне проревет и стонет», «Тополя», «Думы мои», «Думы мои», «Катерина», «Тарасова ночь» и очень многих других. Вот почему обнаруженные автографы представляют огромный интерес. Вольнолюбивые произведения Шевченко переводились на языки почти всех народов мира. Повсюду они находили горячий отклик у народных масс которые свято хранят в своей памяти вдохновенную заповедь Ты, Шевченко, о необходимости братского единения народов в борьбе против рабства, произвола и насилия. Гляжу вперед, я без боязни. Николай Александрович Добролюбов хорошо известен как пламенный критик, публицист и значительно менее как смелый поэт-революционер. Однако еще при жизни им было опубликовано немало сатирических пародий и несколько лирических стихотворений. В собственноручном списке своих политических стихотворений он указал целый ряд их названий, в том числе «На похороны Николая» «Слово заклин Михеля» «Твоёль проведение святое» «Рифмачим патриотам» «На перемену формы в войсках» «Его друг М. И. Шамановский упоминает еще о двух» «К портрету Давыдова и к Александру 2» Тексты которых пока не обнаружены, до сих пор неизвестны и многие поэтические тетради, Н. а добролюбого политические стихотворения имели большой успех ходили в списках по Петербургу и другим городам, без подписи публиковались в изданиях русских эмигрантов. Часть из них написана добролюбовым в форме пародии на строки известных поэтов. Недавно в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР мне посчастливилось обнаружить несколько любопытных списков стихотворений. Первый — «Станцы» на похороны Николая, записанные рукой однокурсника Добролюбова по главному педагогическому институту П. И, с Цибарского, под текстом ⁇ Дата ⁇ 1855 год и подпись ⁇ Д ⁇ Сходную до деталей острую сатирическую оценку деятельности этого царя мы находим во многих стихотворениях Добролюбова. 18 февраля 1855 года, 17 апреля 1856 года, Газетная Россия, друзьям в России, здесь и русский царь-палач в облике старика разгневанного и государственный вор и терзал брата убийца родную нашу Русь, которой он не знал, и просвещение в ней цензурой усковал, и он все ловил, душил, он все ссылал в Сибирь, и обращение не правь же, новый царь, как твой отец ужасный. Поэтому можно считать доказанным, что станции, на похороны Николая, написал Н. А. Добролюбов. Как уже упоминалось, Н. А. Добролюбов называл в своем списке стихи А. а. Клим Михеле, крупном сановнике в годы правления Николая и, Александр II отстранил П.А. Клин михеля от должности за крупное мошенничество. Среди архивных документов сохранились списки нескольких сатирических памфлетов, обличающих этого временщика. Большую статью о Клин михеле под названием «Служебное грабительство» написал Н.А. Добролюбов в период учебы в Главном педагогическом институте в студенческой подпольной рукописной газете «Слухи». Вот выдержки из этой статьи. Составлена смета, выданы деньги, наряжена комиссия отправлены офицеры для осмотрения местности. Опять несколько месяцев проходит, деньги тратятся, моста нет. А далее читаем. Приведем, четверостишее, которое может служить заключением к стихотворениям, представленным нами в предыдущем. Благодарю тебя, Творец. Клин Михеля не стало. Ворам, мошенникам, конец. Дорогам же, начало. К сожалению, этот предыдущий, одиннадцатый, номер газеты утрачен, но важно уже само упоминание о содержащихся в нем стихах. Еще в целом ряде статей Добролюбова встречаем. Клин Михель Мошенник, разбойник, вор, Николай возвысил клин Михиля и позволил ему грабить миллионы, известно возвышение клин Михиля сначала за сестру, а потом за воспитание незаконных детей Николая Павловича. Находится аналогия в стихах. Не буду утомлять читателя подробностями кропотливого сравнительного анализа достоверно известных добролюбовских статей и сатирических стихотворений с хранящимися в архивах списками произведений вольной русской поэзии за 1858 год. Отмечу лишь, что результат этой работы утверждает меня во мнении. Ранее считавшееся анонимным стихотворение плач чинов корпуса путей сообщения по случаю увольнения графа Михиля, увы, уж нет того. И сопутствующие ему во многих списках пародия-памфлеты так сбылись заветные желания. Принадлежат перу Николая Александровича Добролюбова, причем написаны они в пору учебы поэта в институте. Вновь найденные строки добавляют несколько важных штрихов к портрету юноши-борца, ставшего революционером-демократом, непримиримым врагом самодержавия. Вот тексты упомянутых выше стихотворений. Станцы, на похороны Николая, в надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. С кончиной старого царя вздохнула Русь от долгой казни. От правды отвращал он взор и нравы развратил он рабством. И был пред ним лишь знатный вор отмечен почестью и графством. Самодержавной рукой топтал он семя просвещения и презирал страны родной развития и назначения. То барабанщик, что капрал, наш августейший арендатор, он был, разводный генерал, а не российский император. Но ты не будь надмен, как он, злопамятством не будь подобен, России благо чти законы, как прабабка, будь не злобен. Плач чинов корпуса путей сообщения по случаю увольнения графа Клин Михеля, увы. уж нет того, который усердием все превозмогал и в государственные воры нас так усердно посвящал. Твердил который офицерам, что он один для них закон, и доказал, как инженерам легко нажить хоть мел ли он. Он мудро и давал советы, как нам строение возводить, как составлять должны мы сметы, чтобы карман скорее набить, как нужно нам писать контракты с подрядчиков, чтобы взятку взять, и как почтовые мы тракты должны в болото превращать, как там пути лишь сообщения стараться надо проводить путями, где обогащением могли по ней для нас служить. Лишал он имени и чести трудом кто сотни наживал, а кто украдет 1200, двести, того чинами награждал. Он генералов заслуженных и офицеров деловых, способных, опытных ученых ругал как низких слуг своих. И корпус некогда почтенный он в общем мнении уронил, и скромный наш мундир степенный позором вечным заклеймил. Увы, вот громкие деяния того, кто нами управлял, кто грабил Русь без наказания и ныне так бесславно пал. Восплачем радости слезами о горькой участи такой, умилосердился над нами царь православный, молодой. Итак, сбылись заветные желания прости навек, наш грозный падишах, благодарим за все благодеяния, за седины в поручичьих чинах, за ряд обид и мелких оскорблений, которые ты щедро расточал, за глубину того уничижения, в которое ты нас умышленно втоптал, ты дерзостно смеялся над искусством, талант и ум нещадно презирал и в нас убить хотел зародыш чувства, которого, слепец, ты сам не понимал, посмертная полемика, в свое время сатирик П. В. Шумахер справедливо возмущался почти полным отсутствием поэтических откликов на смерти, С. Тургенева 179, С.М. Исторический вестник, 1910, 2, С. 517. Действительно, таких откликов в прессе появилось сравнительно мало. Это неудивительно, так как царское правительство – Реакционная пресса и цензоры считали Тургенева весьма опасным для самодержавия писателем. Даже после смерти не утихала ожесточенная полемика вокруг его имени. Реакционные газеты вроде «Московских ведомостей» Каткова встретили смерть Тургенева гробовым молчанием. Они в течение двух недель не сообщали о смерти Тургенева ни единого слова. О враждебном отношении царя Александра III и его подручных к Тургеневу свидетельствует в своем дневнике В. П. Гаевский. Краевский сообщил – что государь, когда ему доложили о смерти Тургенева, сказал «одним нигилистам меньше». Мертвый Тургенев продолжает пугать министров и полицию. Сегодня объявлено в комиссии распоряжение министра внутренних дел, чтоб не было никаких речей, а министр юстиции переполошился от намерения присяжных поверенных участвовать в процессе 180 из дневника В. П. Гаевского. Записи 13 и 15 сентября 1883 г. Красный архив. 1943, С. 231. После долгого молчания в московских ведомостях вместо первого сообщения о смерти писателя появились сенсационные отрывки из письма П. Лаврова о денежной субсидии журналу «Вперед», о помощи, оказанной Тургеневым русским революционерам и политическим иммигрантам. Это вызвало переполох в стане реакции среди либералов. Испуганная этим известием реакционная пресса предала имя Тургенева анафеме. Много шуму делает разоблачение нигилистами, что Тургенев давал им деньги. Это ужасное пятно на него, на его личность, хотя его слава художника не поблекнет от этого. Надо надеяться, что глупой демонстрации от этого поубавится, хотя... С другой стороны, они могут обостриться 181 ГБЛ отдел рукописей. Дневник Голицына, КН-12, С-316, Запись 10 сентября 1883 г. Замечает в своем дневнике В. М. Голицын. шеф департамента полиции Плеве и министр внутренних дел Д. Толстой принимали самые энергичные меры к тому чтобы не было никаких многолюдных встреч тела Тургенева на русской земле. 21 сентября Плеви телеграфировал в Вержбалава. По прибытии тела покойного писателя Тургенева в Вержбалово примите меры, чтобы оно было отправлено далее безостановочно с таким расчетом, чтобы прибыло в Петербург 27 сентября рано утром. В тот же день псковскому губернатору, Виленскому генерал-губернатору и начальнику жандармского управления было телеграфно приказано. Ввиду предстоящего на днях по линии Вержбалова, Виленской, Петербургской провоза тела покойного писателя Тургенева, принять без всякой глазки с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы, не делаемо было торжественных встреч 182. Никольский Ю, дела похоронах и, С. Тургенева Былое, 1917, 4, 26. И резким контрастом этой постыдной затеи явилось письмо Салтыкова Щедрина доктору Н. Белоголовому от 16 сентября 1883 года. «Здесь идут приготовления к похоронам Тургенева», – писал он, – «которые, однако, не будут менее шумны, нежели предполагалось. Тут идет большой шум. Ругательства раздаются в изобилии, это против Тургенева» которого на пушкинском празднике сам епископом в России называл «чистым голубем». Письмо Лаврова, перепечатанное без комментариев московскими ведомостями, дало этим ругательством почву. Теперь уже прямо называют Тургенева изменником. М.Н. Катков 20 сентября 1883 года в московских ведомостях, 261, опубликовал свою передовицу, в которой злобно характеризовал взаимоотношения Тургенева и Лаврова. Тургенев не милостыню давал Лаврову, который в ней не нуждался. Пятьюстами франков, он откупался от травли, которая не давала ему покоя в 60-х годах и которая сразу прекратилась в 70-х годах, когда Тургенев решил соплатить дань печенегам и половцам. Далее Катков говорил о том, что позднее, когда Тургенев публично поклонялся образу нигилиста Базарова, оскорбления сменялись овациями. 24 сентября 1883 года Н. Любимов сообщал Каткову. Статья ваша о Тургеневе произвела великий эффект. И. Д. Делянов. И. Прислал мне записочку. Г.Р. Толстый послал статью М.Н. Каткова о Тургеневе государю 183 ГБЛ Ор, Ф. 120 М.Н. Каткова. В московских ведомостях за 1883 год, 247, 261, 263, появился ряд статей, инспирированных Катковым и Маркевичем. В самом факте материальной помощи Лавровскому журналу Катков признал лишь денежную откуп от травли, которой подвергался якобы сам Тургенев в 60-е годы со стороны нигилистов. 17 сентября 1884 года в московских ведомостях, 258, появляется статья без подписи Тургенев и нигилисты, в которой имя писателя было мишенью злых насмешек даже год спустя после его смерти. В этой статье приводились обширные материалы из воспоминаний Лаврова о Тургеневе, о его взаимоотношениях с С. Степником Кравчинским, и, Павловским, П. Кропоткиным. Автор порицал Ивана Сергеевича за то, что после 1 марта 1881 года он не только не прервал сношение с анархистами, сочувствовавшими и содействовавшими цареубийству, но, напротив того, еще более сблизился с ними. К этому времени относится его известная попытка ввести Лаврова в общество русских художников в Париже. К самим преступникам 1 марта Тургенев относился с большой нежностью даже благоговением. Он хранил у себя в письменном столе изящные портреты Перовской, Желябовой и Кибальчича и написал одно из ненапечатанных в Вестнике Европы стихотворений в прозе «Порог», в котором называл Перовскую и ей подобных святыми. За то, что они готовы на все, даже на преступление, зная, что они погибнут, и зная даже, что они могут разувериться в том, чему верят теперь, и могут понять, что обманули и даром погубили свою молодую жизнь, комментируя слова писателя, сказанные им Лаврову: Я сам с радостью присоединился бы к движению молодежи. Если бы не был так старый верил в возможность движения снизу, автор статьи пишет: Итак, даже после 1 марта Тургенева не возмущала гнусность и чудовищная преступность того, что он называл движением снизу. Он только жалел о том, что это движение безуспешно и невозможно. Автор статьи стремился доказать мысль о том, что нигилизм был Тургеневу по душе. Ссылаясь на мемуары Лаврова, опубликованные в Женевском вестнике народной воли, автор пришел к выводу, что в них он не находит ни малейшего следа той злобы, которую будто бы нигилисты питали к Тургеневу, а напротив, мы встречаем красноречивое доказательство сочувствия Ивана Сергеевича не только теоретикам, но и практикам нигилизма, доказательства, дающие право Петру Лаврову и его товарищам также признавать Тургенева своим. Далее, приводя ряд материалов о Лавровском журнале «Вперед» и одобрительные отзывы Тургенева о Степнике Кравчинском, автор приходил к выводу о том, что если Тургенев иногда и высказывался против героев кинжала и динамита, то он делал это не потому, что его возмущали их, замыслы и преступления, а потому, что он находил их слишком неумелыми и малоэнергичными. Автор ставит под сомнение политические, непоколебимые убеждения Тургенева, в тихомолку калякавшего с нигилистами, выражавшего им сочувствие и словом и делом. Можно привести десятки таких отзывов в консервативной печати. Поэтому вовсе не случайно то, что даже стихи, посвященные памяти С. Тургенева, запрещались царской цензурой. Нами обнаружено в деле Московского цензурного комитета стихотворение В. С. Корцова, посвященное памяти и. С. Тургенева. Гранки этого стихотворения перечеркнуты цензорским карандашом, а на полях стоит дата запрещения, 5 октября 1883 г. Приведем текст этого стихотворения. На могиле и. С. Тургенева завистлива, жадна святая могила, и любо у жизни ей тех отнимать, чья правда святая и светлая сила одни только могут наш мир освещать. Вот снова могила, и сердце тоскою и скорбью глубокой, глубокой полно, и катится слезы одна за другую. А Боже, за что нам терять суждено пророков любви и вождей вдохновенных, глашатаев истины, недругов зла? А смерть, сколько жизней любимых, священных от нас ты нещадно, сурово взяла. В холодных объятиях твоих погибают все люди таланта, добра и ума, но снова в творениях своих воскресают, я здесь ты, невольно, бессильно сама, в далекой чужбине, недугом томимый, тургенев, ты в тяжких страданиях угас. Но вот ты опять среди Руси любимой, но вот ты среди опечаленных масс. Мы знамением крестным тебя осеняем, и полная душу щемящей тоски, на гроб твой дубовый цветы возлагаемый, символ бессмертия, и зла в раввинке. Прости и прощай, наш собрат гениальный, пленял и смягчал ты нам чудно сердца, и чтим мы в тебе твой талант колоссальный да, чтим и отвагу героя-борца. И светлый завет твой любви необъятной мы примем отныне девизом святым, пред силой его преклонясь необъятной, и детям его завещаем своим. СПБ. 28 сентября 1883 г. Не появилось в печати еще одно стихотворение неизвестного автора, посвященное памяти великого художника слова. Ниже публикуется его текст. На памяти. С. Тургенева опять вся Русь плетет в печали венок на славный гроб. Один. Тургенев умер в бужевале, родной земли великий сын. Давно ли, в праздник теплой встречи, приветной, возбуждали шум его пленительной речи, его свободный, светлый ум. Надеждой, тешась дорогою, мы ждали новой встречи с ним. Он сам по родине тоскою в болезни тяжкой был томим. Судьба иначе рассудила. Угас наш лучший гражданин. 1883. Подлинную оценку исторической роли Тургенева в развитии русской литературы, его своеобразной связи с освободительным движением дали сами участники этого движения. На дне зарытой еще могилой поэта, у его свежего трупа происходит настоящая свалка, говорилось в прокламации народной воли, написанной П. Ф. Якубовичем по поводу смерти и С. Тургеневой появившейся в день похорон писателя. Забитые в угол либералы. Читаем мы далее в прокламации, дрожат и трусят. Они забывают при этом даже то, что Тургенев, видя угнетение русской печати, не мог не сочувствовать свободному слову. Тургенев был честным провозвестником идеалов целого ряда молодых поколений. Образы Рудина, Инсарова, Елены Стаховой, Базарова, Нежданова и Маркелова, не только живые и выхваченные из жизни образы, это типы, которым подражала молодежь и которые сами создавали жизнь. По базаровскому типу воспитывалось целое поколение так называемых нигилистов, бывших в свое время необходимой стадией в развитии русской революции. Публикуемая стихи неизвестного автора, еще одно подтверждение суждений, высказанных участниками освободительного движения. Мемуары Г. Чернышевском. В Центральном государственном историческом архиве Москвы нами обнаружены неизвестные мемуары Н.Ф. Доброзраковая Николая Гавриловича Чернышевском, относящиеся к 1878-1881 годам. Вилюйский период его жизни в мемуарной литературе освещен весьма скупо. Несколько страниц о случайных и непродолжительных встречах с Чернышевским в мемуарах П.Ф. Николаева 184 одна из рукописей П. Ф. Николаева о Чернышевском обнаружена нами в Цгали фонде газеты «Русские ведомости» и В. Н. Шаганова, воспоминания Г. С. Щепина и его жены, в записи В. Г. Короленко и А. Г. Кокшарского, якутского прокурора Д. И. Миликова лаконичные записи П. Бернштама и В. П. Его имя не раскрыто, вот в сущности все учтенные до сих пор воспоминания об авторе «Что делать?», относящиеся к годам Вилюйской ссылки. Воспоминания Доброзраковой записаны скорее всего в начале 90-х а годов прошлого века поэтом Львом Михайловичем Медведевым, 1865-1904. Он известен и как переводчик и автор многих книг для детей. Сотрудничал в живописном обозрении, осколках, русской мысли, наблюдателя, русском богатстве и других изданиях ниже мы публикуем наиболее интересные отрывки из воспоминаний доброзраковое чернышевском в вилюйск мы приехали в сентябре уже по снегу числа кажется 10 чернышевский знал что мы должны были приехать в вилюйск и с нетерпением ждал новых свежих и притом молодых еще людей к тому же в муже он ожидал человека с университетским образованием а во всем городе только доктор и мог быть таким человеком на следующий же день часов около пяти дня, муж, окончивший свои дела, пришел на земскую квартиру уже не один, а в сопровождении Николая Гавриловича. В тот вечер он просидел у нас несколько часов. Далее Медведев записывает. Когда семья доктора устроилась на постоянной квартире и монотонно потянулась однообразная захолустная жизнь, Чернышевский стал бывать у Доброзраковых часто, а потом и ежедневно. Впоследствии это настолько вошло в обыкновение, что было даже несколько странно, если в какой-нибудь вечер Чернышевский почему-либо не появлялся. Видно, скромная семейная обстановка была ему приятна, заставляя хоть немного отдыхать измученного жизнью человека. Притом сам по себе Николай Гаврилович был удивительно кроткий и тихий, в высшей степени деликатный человек. О себе самом он говорил очень мало, на свою судьбу не жаловался и если что-нибудь рассказывал, то лишь в кратких чертах каких-либо забот о своей личности, того, что называется заниманием гостя, он не требовал и не любил, если, являясь к добро он не заставал хозяина дома, часто приходилось уезжать вокруг по делам врачебной службы на более или менее продолжительные сроки, а хозяйка была занята домашними хлопотами, то Чернышевский какое угодно время просиживал один, читая книги и газеты, или же возился с детьми, к которым относился необыкновенно мягко, с чисто женской нежностью. В описываемый период времени Чернышевский уже отбыл срок каторги и находился на положении сыльно поселенца. Но жил он не на частной квартире, а в казенном остроге. Вилюйский острог был построен с расчетом на 40 человек, но, кроме Чернышевского, из сыльных там не было никого не только политических, но и уголовных. Острог представлял из себя деревянное, не особенно большое, одноэтажное здание, обнесенная деревянным чистоколом, несколько камер для заключенных и квартиры для служащих, вот и все жилые помещения. Николай Гаврилович помещался в одной из камер, предназначенной, очевидно, для общего заключения. Комната довольно обширная, в несколько окон, по бокам у стен деревянные нары посреди стол и стул. Такова внешняя обстановка, в которой долгие годы обитал автор «Что делать?». Потребности Чернышевского были ограничены до крайности. Ему полагалось казенное содержание в размере 18 рублей в месяц. Почти всю эту сумму он платил одной старушке за стол и молоко оставляя себе на все остальное несколько рублей. Более того он ничем не пользовался, хотя и представлялась возможность. Знакомые и друзья высылали ему из России деньги. Чернышевский неоднократно просил их не делать этого, но просьба оставалась тщетной и деньги присылались снова. Чернышевскому это доставляло видимое огорчение, и получаемые деньги он раздавал первым попавшимся якутам и их детям. Встретит кого-нибудь при прогулке на улице и наделит некоторой суммой, потом другого, третьего и так до тех пор, пока из присланных денег в кармане не останется ни гроша. Тогда только и успокоится. Якуты очень его любили, так как доброта его сердца была слишком очевидна. Чем наполнял Николай Гаврилович досуги скучной и однообразной жизни? Умственной пищи в Вилюйске было, конечно, не особенно много. Почта приходила только раз в месяц. Получались газеты и немедленно прочитывались. Сам Чернышевский неизменно, в течение всего времени, получал отечественные записки, но этого было мало. Оставалось читать книги, которые имелись у доктора Доброзракова. В большинстве случаев то были медицинские сочинения, чисто специальные, но Чернышевский охотно читал их, и это тем более, что и в медицине он не был не сведущ. Нередко Чернышевский занимался с доктором совместным чтением иностранных книг. О прошлом Чернышевский вспоминать не любил. Но если разговор на эту тему, в очень редких случаях, налаживался, то охотнее всего вспоминал о том времени, когда он играл видную роль в современнике, а когда касался личности добролюбого, то тут был уже неисчерпаем. Смело можно сказать, что все другое отходило на задний план. Личность покойного критика была для рассказчика чем-то поистине священным перед его памятью он буквально благоговел. Лучше и выше Добролюбова для Николая Гавриловича не было человека. Раз беседа касалась Добролюбова, Чернышевский был неисчерпаем и охотно повторял неоднократно рассказанное раньше. Как зимой, так и летом Чернышевский совершал регулярную ежедневную прогулку. Чернышевский, если дело происходило зимой, для Мациона сперва разгребал снег, а потом бродил по городу. Летом же брал лопату и направлялся за город, в окрестное лесистое болото. Здесь он по несколько часов в день занимался, как он говорил, осушением болот. В сущности, то был довольно непроизводительный труд. Чернышевский рыл Канавы испускал воду по направлению к реке Вилюю. Некоторых результатов в этом направлении, хоть и незначительных, он все-таки достиг. За многие годы Вилюйского заточения он осушил несколько маленьких болотец. Редкие рукописи ученого революционера. Судьба рукописного наследия видного революционера шестидесятника крупного ученого этнографа и историка Ивана Гавриловича Прыжова, 1827-1885, вся деятельность которого является примером настоящего подвижничества, поистине трагична. Самая значительная по объему и по содержанию часть этого наследия была уничтожена самим Прыжовым в ожидании ареста, так как он являлся членом кружка С. Г. Нечаева 185, с. Г. Нечаев, руководитель раннего народнического кружка, авантюристические действия которого резко осуждал Карл Маркс. Нечаев и члены его кружка жестоко расправились с участником своей тайной организации, студентом Ивановым. Прыжов не принимал непосредственного участия в убийстве Иванова. Иван Гаврилович был приговорен к гражданской казни и 12 годам каторжных работ, а затем отправлен на долгие годы в сибирскую ссылку, в Петровский завод. В своей исповеди, Написанный в ожидании приговора, он с горечью сетовал. Дом разрушен, библиотека погибла, удержанная за долги. Тысячи заметок погибли во время обысков, и снова Нич 186, прыжов и г. Очерки. Статьи. Письма. Редакция, вводные статьи и комментарии М. С. Альтмана. М. Л. 1934. С. 25. Литературные замыслы Прыжова были поистине грандиозны. Он поставил себе задачу на основании законов исторического движения, проследить все главные явления народной жизни, и каждая из них с первых следов их существования вплоть до нынешнего дня. «Позволю себе думать», — писал Прыжов, — «что подобная смелость не только была по силам мне, но даже отчасти была исполнена. Материал у меня собран был настолько, что я уже мог его распределить, на 6 больших томов именно 1. Народное верование. В первые дни культуры. В средних веках. Теперь. 2. Социальный быт. Хлеб и вино. Община и братство. Поэзия, музыка и драма. 3. История русской женщины. 4. История нищенства в России. 5. Секты. Ереси. Расколы и 6. Малороссия 187. Там же. С-14. К сожалению многие ценные рукописи ученого бесследно исчезли. Прыжов сжег целые тысячи записанных им сказок про попов и монахов, первую тетрадь истории свободы в России. Много его работ было задержано цензурой. Так, Московский цензурный комитет запретил публикацию трех повестей, посвященных тяжелой жизни простых обездоленных людей. Значительная часть рукописей затерялась у разных издателей. Известно, что Прыжовым были закончены монографии. История свободы в России, поэтические воззрения на природу, история крепостного права, поп и монах как первые враги культуры. Но все эти труды, к сожалению, до нас в полном объеме не дошли. Из большой трехтомной монографии по истории кабаков в России, высоко оцененной Н. С. Лисковым, сохранилась лишь небольшая часть. До сих пор была неизвестна также судьба монографии Г. Прыжова история народного быта Великороссии, над которой он трудился 20 лет. Это основной труд ученого-революционера. По некоторым сведениям, он должен состоять из 500 листов, то есть 1000 страниц. В письме Кен и Староженка от 18 ноября 1882 года Иван Гаврилович писал, брата просил бы отыскать брошенный мною где-то труд быт русского народа 188, там же, С-377. Накануне смерти, в 1885 году, Прыжов сообщал о том, что у него почти готов большой труд по истории русской культуры и быта, около 400 страниц. По-видимому, Здесь шла речь об истории народного быта Великороссии. К счастью, этот фундаментальный труд подвижника науки не затерялся. Он обнаружен нами в отделе письменных источников Государственного исторического музея, коллекция музея революции, фонд 282. Рукопись состоит из 240 листов конторской книги большого формата. Текст написан на обеих сторонах листа с многочисленными вставками и исправлениями. Кроме того, Наше внимание привлекли и другие автографы и черновики ученого. Перечислим их. Исторические науки в России, история кабаков в России, Малороссия, Южная Русь, в истории ее литературы с 11 по 18 век, исторические очерки неисторических направлений Древней Руси, разрозненные черновые тексты статей исторического и этнографического содержания ИДР 189 отдел письменных источников Государственного исторического музея, ф 282 Большой интерес представляет его труд «Колдунья», посвященный средневековым предрассудкам и народным верованиям, связанным с ведьмами, на Западе и в России. Эта рукопись составлена по книге «Шара история немецких женщин», 4 я глава. Статья переписана на белорукой неизвестного лица и авторизована Прыжовым сделавшим в ней сотни исправлений. Найденная нами рукопись документально подтверждает предположение Л. Н. Пушкарева о принадлежности этого труда Перуи, Прыжова 190, С. М. Пушкарев Л. Н. Рукописный фонты Г. Прыжова, считавшийся утерянным «Советская этнография», 1951, с. 185. Всего нами найдено свыше 1500 страниц рукописей ученого. В истории народного быта Великороссии читатель найдет интереснейшие и обширные исторические, этнографические и фольклорные материалы. Одна из ее глав — «Вечерницы» или женские общественные собрания, специально посвящена истории русской женщины. Прыжов ставит вопрос об эмансипации женщины, говорит о тяжелой женской доле в условиях средневековья и буржуазного общества. До сих пор мы совершенно не знали работу Прыжова, специально посвященную этой теме. В рукописи уделено большое внимание любви и дружбе, голубиным отношениям между людьми 191, так называется одна из глав книги. Народным праздником и гулянием, отношению человека к природе и животным, народным верованиям и предрассудкам, легендам и песням, обрядам, славянскому фольклору, борьбе с ханжеством и изуверством в отношении к женщине борьбе за равноправие женщины и мужчины, активному участию женщины в общественной жизни посвящен другой неопубликованный труд революционера, исторические очерки неисторических направлений Древней Руси. В работе Прыжова исторические науки в России с революционных позиций обличаются псевдонародные верноподданнические идеи Каченовского, Шевырева и Славинофилов. Особенно резко он выступает против Погодина и его консервативных воззрений на историю России. В архиве Государственного исторического музея хранится также неопубликованное письмо ученого к Я, А, Ашмянцеву, К, Е, Забелину 192, письма Забелина К, Г, Прыжову обнаружила Иль, С, Пустильник русская литература, 3, 1966, и К, К, Герцу, рукопись его рецензии на книгу М. Корфа «Жизнь графа Спиранского», фрагменты незавершенных работ «Восток», о русской братчине, о слове о полку Игореве, о русских царях и князьях, о Богдане Хмельницком, о народном быте и обрядах жителей Смоленска, Владимира на Клязьме, Киева и многих других городов, о ханжестве попов и прислужников церкви, многочисленные наброски к монографии о собаке, к истории питейного дела, к истории русской женщины, список стихотворения Т. Г. Шевченко Чигирин и другие материалы. Находясь в сибирской ссылке почти 15 лет, измученный голодом, лишениями, жандармским надзором, Иван Гаврилович мужественно выдержал все испытания, сохранил веру в идеалы революционной демократии. В Петровском заводе, голодая, превозмогая болезни, он готовил к печати свои труды, граждане на Руси, декабристы в Сибири, записки о Сибири, собака в истории человечества и многие другие, вел переписку с учеными и редакторами столичных и московских газет и журналов, в том числе с редакцией отечественных записок, а также с А.Н. А. А.Н. А. Н. Веселовским, Н. и Стороженко, Н. Ланиным и другими. В своих работах Прыжов подверг резкой и беспощадной критике деятельность ряда русских царей и цариц. Ивана IV, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла и Александра и Николая и многих окружавших их фаворитов, вельмож и временщиков. Нередко Прыжов создает и собирательные и литературные образы русских цариц. Таким образом является царица Прасковья. В найденной нами неопубликованной рукописи «История народного быта Великороссии» вслед за автором «Истории одного города» Щедриным, поведавшим о кровожадных градоначальницах, дается обстоятельный рассказ о жестоких пытках в подвалах тайной канцелярии при царице Прасковье, сжигавший заживо ни в чем не повинных людей. Ею был умерщвлен стряпчий деревнин лишь только за то, что однажды случайно нашел любовное письмо, компрометирующее Просковью. Фанатичка приказала своим палачам, держите его, деревнина, крепче. Жгите свечами лицо его, нос, уши, шею, глаза поджигай, да бороду, бороду-то ему выжги. По приказу царицы принесли бутыль со спиртом, Облили голову узника. Спирт разъедал отвратительные язвы на голове стряпчиво. Зажигай крикнула царица, обращаясь к пятилету. И стопник Степан Пятилет, привыкший жечь дрова, но не людей, страшился исполнить приказ старушки, но монархиня собственноручно соизволила толкнуть его руку со свечою к голове деревнина, и голова вспыхнула как порох. Страшный нечеловеческий вопль огласил подвалы и казенки тайной канцелярии. И замер под ее мрачными сводами. Несчастный судорожно рванулся из рук рабов, метнулся в одну сторону, бросился в другую, ударился о печку и в страшных конвульсиях упал на пол, голова его пылала. Колодники, сторожа, слуги, палачи, все, кроме Прасковьи, были в оцепенении. Просковья пожелала посмотреть на конченного стряпчего и казначея. Узнать его не было возможности. Волосы горели, лицо вздулось, посинело, почернело, местами вовсе выгорело. Глаза заплыли опухолью. Подбородок тщательно обожжен, и только сквозь раздутые, Черные губы слышались стоны. Этот рассказ Прыжов считает весьма типичным для русских самодержцев. Ни одна такая просковья была прежде и после. Подобных ей мы нашли тогда очень много в Ивановском монастыре, куда присылались женщины из сыскной полиции 193, далее в рукописи идет сатирически острый рассказ о Салтычихе. Обнаруженные новые рукописи революционера помогут расширить наше представление об общественно-политической мысли 60-80-х годов прошлого столетия. Стихи а. Н. А. Некрасове. Известно, что смерть великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова вызвала много поэтических откликов. На это горестное событие отозвались в своих стихах Н. С. Курочкин, А. Шеллер Михайлов, Л. Пальмин, С. Синегуб, К. М. Фофанов. Однако немало стихов, посвященных памяти Некрасова, либо не разыскано, либо осталось в рукописях. В 1881 году начал свою литературную деятельность К. М. Фофанов. Всего им написано свыше 3000 стихотворений, множество поэм. Издано несколько больших сборников. Стихотворения, тени и тайны, иллюзии, Собрание сочинений в пяти частях. Поэт печатался во многих лучших русских журналах. Он – автор ряда смелых антиправительственных произведений, к монументу Александра III, «Неволя русского народа», «Есть воля русского царя», неопубликованной поэмы «Железное время» о Первой русской революции 1905-1907 г.г. В стихотворении «Царству тирана погибнуть пора» поэт призывал к свержению самодержавия. Многие сотни стихотворений поэта не опубликованы. В его архиве сохранились, например, два варианта эпиграммы, направленной против реакционного ревнителя православной религии протоиерея Иоанна Кронштадтского, резко выступавшего против еретика Иль, Н. Толстого, Фофанов посвятил задушевные строки памяти Жуковского, Гоголя, Пушкина, Кольцова, Лермонтова, Достоевского, Полонского, Нацина, Фита и других поэтов. До сих пор не было известно стихотворение о Некрасове, написанное К. М. Фофановым в январе 1878 года. К счастью, в Цгале СССР сохранился автограф этого стихотворения с пометкой «Беловая рукопись». Не печатана". Ниже публикуется текст стихотворения. Память Н. А. Некрасова в зеркальные струи лазурного моря смотрится, пурпурным светом блестя, заря, разлитая в эфирном просторе, луна морской огнем золотя. Смотрится в море луна золотая, ярко красуясь в небе ночном, смотрится радуга ярко цветная смотрится солнце с палящим лучом. Тайна ты в нем лишь спокойным течением мирной природы безмолвным явлением. Но когда тучи на небе столпятся, ветер заводит суровый, в небе удары громов прокатятся, горько застонут дубравы, с серого неба с пронзительным воем, как водопад не свергаясь со скал, дождь серебристый польется. И строим молнии будут сверкать, тогда вал грозный в тебе закипит, ты свои вспенишь, всклокочешь морские струи. Поэта душа, ты лазурное море, ты светлые эти морские струи, собрата, народа и радость, и горе. Письма автора Цусимы. В Центральном государственном архиве Октябрьской революции мною обнаружено 10 редких писем Алексея Силыча Новикова Прибоя. Как известно, ранних писем автора Цусимы до нас дошло очень мало. И поэтому каждая новая находка ранних писем Новикова Прибоя раскрывает новые факты биографии писателя. Обнаруженные письма относятся к 1913 году, к тому времени, когда Новиков прибой жил у Горького на острове Капри. Адресованы они известному участнику народнического движения 80-х годов прошлого века Алексею Львовичу Теплову, жившему за границей. Вот одно из новонайденных писем. 23 февраля 1913 года. Дорога Алексей Львович. Скажу вам по секрету, что я надумал ехать в Россию. Сначала хотел было выписать к себе жену и сына, но теперь решил по-иному. Трудно описывать русскую жизнь находясь от нее у черта на куличках. Нужно присматриваться к ней поближе. Я давно уже не видел русскую деревню. Семь лет пробыл на службе, до четыре года мотаюсь за границей, благодаря чему я представляю деревню такой, какой она была 11 лет тому назад. А за это время много воды утекло. Итак, я иду в Россию. Мне очень помог в писании Горький. Вот человек, которому будут обязаны многие. Сколько новичков вывел он в свет. Теперь живут здесь Бунины, Лицки, Шаляпин и ДР. Пишите, как вы поживаете. Из России я напишу вам о настроении народа. Жму руку. Ваша А. С. Новиков Прибой. И. Т. Как только получу оттиски своих рассказов, вышлю вам немедленно. Приложение. Приложение 1. Автограф Басни В. А. Жуковского кусок золотой руды. Посвященный Н. И. Тургеневу. Сгали Ф. 501. Тургеневых. Об. 1. Ед. 349. Письмо И. А. Крыловок Я. Ростовцеву, ЦГАР, Ф. 1155, Я. И. Ростовцева, Оп. 1, Ед. 1140. Фрагмент стихотворения А. С. Пушкина полководец в альбоме Великой княгини Елены Павловны. Автограф. На листе три рукой владелицы альбома сделана пометка на французском языке. Записана Пушкиным собственноручно. ЦГАР, Ф. 647. Великой княгини Елены Павловны, Оп. 1, Ед. 26. Эпиграмма А. С. Пушкина к портрету НН. Автограф. Сгар. Ф. 632. П. А. Бартеневой. Оп. 1. Ед. 463. Д. В. Виневитинов. Набросок романа Владимир Паринский. Черновой автограф. Сгали. Коллекция 2591. П. А. Попова. Оп. 2. Ед. 14. Фрагмент статьи В. Г. Белинского опыт системы нравственной философии. Начало. Рукоя. А. П. Ефремова. Продолжение. Рукой В. Г. Белинского. Сгар. Ф. 825. А. М. И М. А. Бакуниных. Оп. 1. Ед. 198. Автограф стихотворения Т. Г. Шевченко Сеи. Глава 14. Подражание. Погибнешь. Сгинешь. Украина. Фрагмент. Сгали. Коллекция 2591. П. А. Попова. Оп. 2. Ед. 26. Автограф стихотворения Т. Г. Шевченко считаю в ссылке дни и ночи. Фрагмент. Сгали. Коллекция 2591. П. А. Попова. Оп. 2. ЕД. 25. Приложение 2. Архивы. Академия наук СССР. 117 218. Новочеремушкинская Ул. 34. 129 1910. Центральный государственный древних актов. 119 817. Б. Пироговская ул. 17. 245. 83. 25. Центральный государственный звукозаписи СССР. 107 тысяч 2 Я Бауманская Ул. 3. 261 1300 Центральный государственный литература и искусства СССР. 125 512. Выборская Ул. 3.

Пироговская УЛ-17 245 81 41 Центральной государственной Советской Армии 125 212 УЛ. Адмирала Макарова 29 155 80 41, Центральный государственный исторический СССР 190 000 Г. Ленинград Наб. Красного Флота

3, 202, 57, 90, историческая публичная государственная, 101 000. Старосадский пер, 9, 228, 05, 22, научное имени а. М, Горького Московского государственного университета имени М, В, Ломоносова, 119 808, Университетский Просп, 1, 139 34 61, Центральная городская публичная имени Н, Некрасова, 103 104, Б. Броннеул, 21, 203 45 64, Центральная научная Всероссийского театрального общества, 103 031, Страстный бульф, 1034, 229 10 56, Музей, Государственный исторический, 103 12 Красный АПЛ, 1 2, 221 43 11, Государственный изобразительных искусств имени А.С., С.

Садовая Кудринская Ул. 6. 291-61-54. Дом музеем. Ю. Лермонтова. Филиал литературного музея. 121-069. Ул. М. Молчановка. 2. 291-52-98. Мемориальный кабинет А. В. Луначарского. Филиал литературного музея. 121-002. Ул. Веснина. 95 241 08 77 Московского художественного академического театра Союза СССР имени М. Горького 103 009 ПР художественного театра за 229 14 28 Музей квартира Ф. М. Достоевского филиал литературного музея 103 030 УЛ. Достоевского 2 281 10 научно-мемориальный профессор Н. Е. Жуковского, 107 тысяч Ул, Радио, 17, 261, 69, 60, В, А, Тропинина и московских художников его времени, 113 тысяч 95, Щетининский пер 10, 231, 78, 57, Центральный театральный имени А, А, Бахрушина, 113 тысяч 54, Ул, Бахрушина, 31 12 235 37 87. Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Райл Липцом. Хттпс Райл Липцом. Оставить отзыв о книге. Хттпс Райл Липцом Цаммен Трофимов Иван Поиски и находки в московских архивах Хтмл. Все книги автора. Хттпс Райл Липцом Аутхар Трофимов Иван Хтмл. Нотис. Примечание. 1. Цгали СССР. Сокращенно Цгали. 2. Цгар СССР.

Уникальное издание ⁇ Вопросы литературы ⁇ 1981-12-13 СМ Советские архивы 1984-6-14 СМ Собрание постановлений правительства Союза Советских Социалистических Республик 1980-10-15 Материалы 27 Съезда коммунистической партии Советского Союза М 1986

С. 251. 19. С.М. Литературная Россия. 1977. 18 ноября. 20. С.М. Иностранная литература. 1964. 10. С. 272. 21. Гос. БКССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей. Ф. 120. М. Н. Каткова. Карт. 25. Ед. 4. Л. 142. Далее. ГБЛ.

Т. 86, С. 140, Е. П. Достоевская, урожденная Цуголовская, жена сына писателя и мать Фидика, умершего в возрасте 16 лет в 1921 г. Е. П. Достоевская до 1945 г. Жила в Крыму, затем выехала во Францию, где умерла в 1959 г. 27. Цит. Поезды. Нечаева В. С. Рукописное наследие Ф. М. Достоевского в СБ. Описание рукописи Ф. М. Достоевского. М. 1957. С. 7. 28. Зильберштейн Я. С. Автографы Достоевского за рубежом. С. 141. 29. Там же. С. 139. 30. С. М. Андроников и. Л. В поисках утраченного Лермонтова наука и жизнь. 1964. 11.

Жуковского. По своему содержанию он перекликается с повестью Гоголя Тарас Бульба, 38, Прометей, М, 1974, Т, 10, С, 6, 39, СМ, Русская старина, 1888, 4, С, 41, 40, Цит, Покаин, Пушкина, С, Письма, М, Л, 1926, Т, 1,

Палеография и текстология нового времени. М. 1970. С. 59. 48. С. М. Бандиэс, м. Черновики Пушкина. М. 1971. С. 163-186. 49. СМ. Вклейку в 1 М. Томиклы между столбцами 504 и 505. 50. СМ. М. Тютчев -Ф, И. Стихотворение. Письма. М. 1957.

F-1410, Гайди буровых ОП-1, ЕД-16, 55, Звенья, М-1932, Т-1, С-188, 56, СМ, Рукою Пушкина, Несобранные и неопубликованные тексты, М-Л-1935, С-491-494, 57, СМ, Жизнь искусства, 1924, 2,

1966, 4, С, 147, 62, СМ, Москва, 1975, 11, С, 201, 203, 63, СМ, Герасимов, В, П, Дарственная надпись «Советская культура», 1974, 21 мая, 64, СМ, Литературная газета, 1975, 15 октября, 65, С.М. Цавлавская Т. Новонайденный автограф Пушкина, эпиграммы на Болгарина, русская литература, 1961, 1, С. 120-123, 66, там же, 67, А. И. Тургенев, поэт, чиновник Московского архива коллегии иностранных дел, 68, перевод с французского, 69, перевод с французского, пошлую злобу, на праслину. ложь, все, кроме правды, здесь ты найдешь, 70, сгар Ф, 1155, Я, И, Ростовцева, Оп, 1, Ед, 1140, Л, 1, 71, СМ, Трофимов и, Т, неизвестное стихотворение А, С, Грибоедова книжное обозрение, 1972, 25 августа, 35. Отклик на эту публикацию СМ. Краснов П несколько замечаний книжное обозрение, 1972, 15 сентября, 38, 72, С.М. Верстовский А. Н. Кто брат, кто сестра, или обман за обманом, М. Л. 1949, С. 9, 22, 73, С.М. Грибоедов А. С. Сочинение в стихах. Библиотека поэта. Большая серия Л. 1967 74 С. М. Грибоедов А. С. Сочинение. М. 1956. С. 696, 75. Там же 76. Цгали Ф. 195, П. А. Вяземского, Ед. 1038. 77. Наука и жизнь 1969.

Судьба рукописного наследия Пушкина в КН. Статья о Пушкине М. 1962. С. 263. С.М. В этой статье обстоятельный перечень неразысканных рукописей Пушкина. 82. Там же. С. 261. 83. С.М. Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М. Л. 1966. С. 603. Н. В. Измайлов готовивший текст полководца для академического издания сочинений Пушкина, отнес его к числу произведений, текст которых не может быть с уверенностью установлен согласно последней авторской воле. Он прибегнул к двойному печатанию основного текста полководца. Опубликовав стихотворение по тексту современника, одновременно в сноске поместил отрывок из промежуточного перебеленного пушкинского автографа, 3, С. 379, 84, С. М. Энгелес, Сомнений нет, Пушкин известия, 1969, 10 декабря. Трофимов и, Пушкинский автограф «Советская Россия», 1969, 11 декабря. Беловт, это, Пушкин Ленинское знамя, 1970, 8 февраля. Духовная Эль, несомненно, это Пушкин. Дружба народов, 1979, С. 283. Трофимов и, автографа, с. Пушкина «Дружба народов», 1973, С. 112-114, Петрунина Н. Новый автограф полководца временник Пушкинской комиссии, 1970, Л. 1972, Трофимов и полководец Прометей, М. 1974, Т. 10, 85, С. М. Трофимов и полководец Прометей, Т. 10, с 200 Стихотворение написано в альбоме, состоящем из листов английской бумаги с золотым обрезом, с водяными знаками. Турки Милл 1835 86 СМ. Мануилов В. А. Мадзелевский Л. Б. Полководец Пушкина, временник Пушкинской комиссии М. Л. 1939, ВИП-45, С. 148 149 87. Там же. С. 149, 88. Тнянов Ю. Пушкин и Кюхельбекер в КН. Тнянов Ю. Пушкин и его современники. М. 1968. С. 236, 89. С. М. Петрунина Н. Я. Новый автограф полководца временник Пушкинской комиссии. 1970. Л. 1972. С. 1990. 90, там же. С. 19. Н. Петрунина в данном случае имеет в виду статью Г. Коки Пушкина «Полководцах двенадцатого года» Прометей М. 1969 Т. 7. С. 1737-91. Белинский В. Г. Полн. Собр. Соч. В. 13 Т. М. 1953 Т. 3. С. 348-92. Глинкаев. Очерки Бородинского сражения. Воспоминания 1812 Г. М. 1839 С. 5, 6, 93. Белинский В. Г. Полн. Собр. Соч. Т. 3. С. 348 349 94. Там же 95 Глинкаев. Очерки Бородинского сражения. С. 5. 96. Письмо Барклая Детоли Александру Харкевич В. Барклай Детолли в Отечественной войне, СПБ, 1909, С. 58, 97, Астафьевский архив князей Вяземских, СПБ, 1899, Т. 3, С. 334, 98, Гоголин, В. Письмо Я. Прокоповичу Полн, Собр, Соч, в 13 Т. М. 1952,

с. 150. 102. Перевод с французского. Интересно исследующая дневниковая запись Иль. И. Голенищева, Кутузова. Четверг. 5 е. ноября 1836 г. Вчера я пригласил мою дорогую и возлюбленную кузину и отчима приехать и послушать чтение того, что написал. Они ожидали, во-первых, что там будут порицания поэту, во-вторых, что я стану умолять заслуги Барклая, в-третьих, что я буду выражать хвалу дорогому дядюшке. Ничего этого они не нашли, и все выражено наилучшим образом. Поэту, только хвала, признаны заслуги одного Барклая не только как полководца, но и как частного лица, я даже воспользовался надписью на его памятнике. Предводительствуя победоносной российской армией, вступил в Париж, наконец я ни слова не сказал в похвалу дядюшке, я привел только выдержки из двух документов. Мои дорогие слушатели были очарованы, не хвалюсь, тем, как я доказал, что Пушкин сказал нелепость, между прочим, все в жертву ты принес земле тебе чужой, а Барклай был лифляндец, я воспользовался этой нелепостью, чтоб сказать, что лифлянское дворянство, в течение столетия проливая свою кровь во всех войнах, виденных Россией, доказало, что Россия им не чужбина, что они русские. Это замечание превратило лифлянцев, верно сказано, в славных русских. И они не будут на меня в обиде.

Голенищев Кутузов записывает, не только цензор, но и их главный начальник Уваров был в восхищении от моих три страниц. Они дали свое разрешение, сегодня утром сейчас их печатают. Завтра будут готовы, не меньше, чем в количестве 3400 экс. Цит. ПКН, Временник Пушкинской комиссии. М.Л. 1939. вип 4.5. С. 154. 105. Вигелев. Ф. Чиновник Московского архива коллегии иностранных дел. С декабря 1824 года. Бессарабский вице-губернатор. Позднее. Тайный советник. Автор записок с воспоминаниями о Пушкине, с которым познакомился вскоре после окончания по лицея. Долгие годы общался с Пушкиным. 106. Звенья. М. 1951. Т. 9. С. 237. 107. Цгар. Ф. 647.

Фрейлина Елены Павловны. Пушкин был ею увлечен. Свое чувство к ней он выразил в стихотворении нет, нет, не должен я, не смею, не могу. 111. В последних словах намек на Елену Павловну. 112. Литературное наследство. Т. 58. С. 135, 113. С. М. Андроников и Л.

Дуэль и смерть Пушкина. М. Л. 1928. С. 180-117. Сгали. Ф. 79. Болгаковых. Оп. 1. е 13. Л. 115-118. Там же. Л. 116-119. См. Литературное наследство. Т. 58. С. 134-136-120. Там же. С. 136-121. Благой. Д. Д. Пушкин в неизданной переписке современников «Литературное наследство», Т. 58, С. 25, 122, там же, С. 136, 123, Щеголев П. До смерть Пушкина, М. 1936, С. 34, 124, Музее, В. Сизиманды, В. Неизвестное письмо Николая Ядуэли Пушкина временник Пушкинской комиссии 1962 М. Л. 1963 С. 39 125 С. М. Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина полководец временник Пушкинской комиссии 1963 М. Л. 1966 С. 56 126 Тамашевский В. Писателя книги. Очерк текстологии Л. 1928. С-175-127. Основы текстологии М. 1962, С-256-128. С. М. Н. К. Рецидив Редакторской безграмотности, Полемика с П. П. Гнедичем, В КН. Научное известие. Академический центр Наркомпроса, СБ, 2, Философия, Литература, Искусство, М, 1922, С, 244, 129, СМ, Пиксанафен, К, Новый путь литературной науки и искусства, 1923, 1, С, 105, 130, Пиксанафен, К, по поводу отзыва об академическом издании и сочинения, с. Грибоедова известия отделения русского языка и словесности. КН. 4. СПБ. 1915. Т. 20. С. 21. 131. Лихачев Д. С. Текстология. Краткий очерк. М. Л. 1964. С. 63-64. 132. Апульская Л. Д. Как же печатать войну и мир в КН? Страница истории русской литературы. К 80-летию члена корреспондента СССРН Ф. Бельчакова. М. 1971. С. 212. 133. Некрасов Н. А. Полн. СОБР. Соч. В 12 Т. М. 1952. Т. 11. С. 205. 134. О грозящей нищете Пушкин писал Д. Н. Гончарову в феврале 1833 г. Я не богат, а мои теперешние дела не позволяют мне заниматься литературным трудом, который давал мне средства к жизни. Если я умру, моя жена окажется на улице, а дети в нищете. Все это печально и приводит меня в уныние. Цит. Покаян. Временник Пушкинской комиссии. 1970. Л. 1972. С. 7. 135. Сгали Ф. 1346, Собрание стихотворений, ОП. 1, ЕД. 557, Л. 76, 76 ОП. 136, Пушкина, С. Стихотворение, СПБ. 1826, 137. Видимо, было еще одно раннее послание Пушкина к Сабурову, под номером И. 138. И во втором издании первой главы науки о Пушкине, 1922, стих Черна как палка остался неисправленным, что наводит на мысль, неумышленно ли было сделано это искажение. 139. С.М. Пушкина. С. Полное собрание сочинений со сводом вариантов. Ред. В. Я. Брюсов. П.Г. 1919. 140. Гаспар Спантини. 1774-1851. Известный итальянский композитор. Написал 14 опер. В 1804 г. Спонтини приехал в Париж. Здесь им была написана опера «Висталка», имевшая большой успех. Жил долгие годы в Берлине. Друг Сальери, Спонтини дописывал и исправлял его оперы. 141. Цгар, Ф. 1463. Оп. 2. Ед. 346. Л. 54. Оп. 142. Эти стихи не разысканы. 143. Цгар, Ф. 632. П. А. Бартеневой. 144. Ирли.

Критик КС «Полевой» принял подпись «Ламвер» за настоящую фамилию. Он писал «Только три автора из поместивших свои произведения в этом альманахе, сказывают свои имена. Господин Григорьев, Ламвер и Стройский. Другие восьми раскрыли свои имена под сокращениями и знаками. Московский телеграф 1828-26-5-150 Псевдонимом к подписался воспитанник Московского университетского благородного пансиона Н.Н. Калачевский – происходившее из дворян Смоленской губернии. Уже в 1826 году он писал совершенно профессиональные стихи. Блестяще переводил с немецкого Шиллера и Гёте. Окончив пансион в 1827 году, он сразу же был избран членом-сотрудником университетского общества любителей российской словесности. 151. Литературное наследство. Т. 4546 С. 232. 152. Цгали.

Н. Из воспоминаний и материалов семейного архива ВСБ. Римский Корсаков. Исследования материалы. Письма. В 2Т. М. 1954. Т. 2. С. 11. 158. Сгали. Ф. 1336. Ед. 18. 159. Русская старина. 1870. С. 569. 160. Обстоятельные биографические сведения оба. Н. Бахметьеве содержатся в русском биографическом словаре СПБ 1900 Т. 2 С. 601. Давыдов хорошо знал и родственника своего адресата Алексея Николаевича Бахметьева старшего 1774 1841 участника русско-турецкой войны 1806 1812 и Отечественной войны 1812 Г. В Отечественную войну 1812 Г. А. Н. Бахметьев-старший командует 23-й краткой дивизией. В бою на Бородинском поле ему оторвало ногу. А. Н. Бахметьеве-старшим Д. Давыдов упоминал в занятии Дрездена и письме к Н. Н. Раевскому 14 июля 1812 Г. С. М. Давыдов Д. В. Соч. К. Н. 3. СПБ. 1893 с-146-161 не смешивать с генерал-майором Алексеем Николаевичем Бахмитьевым, 1774-1841-162 СМ. Русский биографический словарь, Том Алексинский, Бестужев Рюмин, С-601-163 СМ. Огонек, 1952 51 164 там же

1830 г. Они стали широко популярной формулой и повторялись современниками. Так, М. Ю. Лермонтов в журналисте, читателя и писателя, 1840 г. Говорил, да, как-то странно без перчаток. Читаешь, Сотни опечаток. 168. Эпиграмма создана в 1829 г. В связи с резкой полемикой между издателем журнала «Московский Н. Полевым С, Раичем, издателем «Галатеи». 169. Речь идет о литературной газете 170. Генерал П. А. Толстой 1769 1844. Родственника Н. Бахметьева, член Государственного совета и комитета министров. Его дочь Анна Петровна, жена А. бахметьева младшего 171. Сгада. Ф. 1257. Бахметьевых ед. 669, 172. В октябре 1836 г. Т. А. Бакуни написала своим младшим братьям в Тверь. Всю эту неделю я была занята переписыванием статьи Г. Белинского, которая меня восхитила. Он прочел ее нам несколько дней тому назад. То, что я чувствовала, слушая ее, невыразимо. Я ее вам прочту, когда вы приедете сюда, и вы разделите наше восхищение, дорогие друзья, Корнилов А семейства Бакуниных, М. 1915, Т. 1, С. 245. По словам Т. А. Бакуниной, в этой статье так превосходно определен человек, каким он должен быть во всем своем достоинстве. Ах, дорогие друзья, поднимемся же до этого идеала человека, великого и добродетельного. Там же, с. 245, 173. Ее полный текст опубликован мною в журнале «Русская литература» 1969, 3, а также в первом томе собрания о сочинении В. Г. Белинского, М. 1976, 174, С.М. Письмо Надежде над Белинскому «Русская мысль», 1911, 6, С. 41 42, 175, Корнилов А семейства Бакуниных, М. 1915, Т. 1, С. 241, 176, там же, С. 244, 177, Нечаева В. С. В. Г. Белинский, М. 1954, С. 241, 178, Белинский В. Г. Полн, Собр, Соч. В. 13 Т. М. 1956,

КН 12 С 316 Запись 10 сентября 1883 Г 182 Никольский Ю Дела о похоронах и С Тургенева Былое 1917 4 26 183 ГБЛ Ор Ф 120 М Н Каткова 184 Одна из рукописей П Ф Николаева о Чернышевском обнаружено нами в Цгали фонде газеты «Русские ведомости» 185 С. Г. Нечаев, руководитель раннего народнического кружка, авантюристические действия которого резко осуждал Карл Маркс. Нечаев и члены его кружка жестоко расправились с участником своей тайной организации, студентом Ивановым. Прыжов не принимал непосредственного участия в убийстве Иванова. 186. Прыжов и. Г. Очерки. Статьи. Письма редакция. Вводные статьи и комментарии М. С. Альтмана, М. Л. 1934, С. 25, 187, там же, С. 14, 188, там же, С. 377, 189, отдел письменных источников Государственного исторического музея, Ф. 282, 190, С. М. Пушкарев, Л. Н. Рукописные фонды. Г. Прыжова, считавшийся утерянным «Советская этнография», 1951-С, 185-191, так называется одна из глав книги, 192, письма Забелинак и Г. Прыжову обнаружила Иль-С, «Пустильник русская литература», 3, 1966-193. Далее в рукописи идет сатирический острый рассказ о Салтычихе.